Итак, дорогие друзья, смотрим игрушечку на Unreal 5. У нас онлайн вот такая вот игра по типу что-то Warframe, Destiny, Division. Это лутер-шутер. Но какие здесь минусы? То, что движок Unreal 5 просто уничтожает такой вот средненький компьютер с какой-нибудь 1050 Ti или RX 560, 570, и то это с FSR, вот эти вот вяленькие 30 кадров. Ну, здесь еще как бы запись идет через OBS, соответственно, используя мощности компьютера, это не карта видеосовпада. Ну, можно, если играть без OBS, можно будет FPS там 40 получать, и то это с FSR. Без FSR это 20-25 кадров, оно все плывет, потому вот эти вот требования минималки типа 1050 Ti, это замануха, это просто побегать вот этот пролог, потому что в каких-то сложных сценах, замесах, осадах, каких-то тут движухах, соответственно, она не будет полноценно выдавать даже те же 30-35 кадров. Почему я движок Unreal 5, в общем-то, я не люблю. Картинка тут, блядь, уровня Unreal 3, но может быть 4. Это на низких настройках. Поставьте настройки больше, будет лагать еще, блядь, в 5 раз больше. И вышли вот мы на небольшую открытую площадку. Вы посмотрите, это мыло. Посмотрите на вот этого нашего главного героя, так сказать. Какое здесь лицо, какие там текстуры. Это все хуже, чем в Destiny 2017 года, и хуже раз в 10. Причем Destiny на 1050 Ti на высоких настройках 60 FPS работал. Ну, может быть, там на средних настройках. То еще зависит, если в помещении так действительно адекватно все работало. Задники вообще никакущие. Это уровень 2012 года, 13 уровень PlayStation 3 и дает 40 FPS, и процессор он уже раскочегарился до какой температуры. И загрузка по всем ядрам, все 12 потоков загружены. Это Ryzen 5 далеко не слабый процессор. Еще ради интереса сделал включение из вот такой вот у нас, можно сказать, какой-то гробовой пещеры, какого-то поролона. Блять, пещера ж, это ж пещера ебаная. 30 FPS, но это графика как в Warframe. Как в Warframe игра, блядь, года 13-го, наверное. Там каких-то человечков показывают, это, блядь, инопланетян. Ну, можно отключить FSR, будет еще хуже. Тут, если у кого 1050, там 1060, там RX 570, да хоть 580, здесь вообще просто на 60 FPS только с FSR можно будет выдушить, и то с просадками. Если, блин, этот Unreal 4 работал даже на 660-м каком-то GPU. Прилично выглядит. Здесь же просто мыльное говно, и при этом движок просто так необходимо движка, она крайне сомнительно здесь была вообще использована. Процессоров в какой-то коридорной игре. Тут если у вас старый какой-то там 6-7 поколение, там i3, например, i5, там где 4 потока, там вообще в принципе эта игра, наверное, вообще 20 FPS будет выдавать, даже без записи. Может быть, какой-нибудь i7 вытянет еще что-то. Ксионы какие-то древние, не факт, что вытянут, потому что там частота меньше 3 ГГц, может быть там 3,2 ГГц. Здесь частота 3,6, если я включу турбокоры, будет частота вообще 4,1 ГГц. Но не факт, что это как-то лучше сделает. Видеокарта 70 градусов, это нормальная температура, но я не вижу этой графики, которая здесь нам
Можно, кстати, позволить не то, что он судит, а хотя бы хоть сколько-нибудь посмотреть эту игру. Монстра нам какой-то големаном будут показывать. Те големы-колоссы. Ну, что такое голем-колосс? Он на Unreal 4 не был быть возможен. Поиграйте в Hogwarts Legacy. Там монстры, эти боссы, все работает. Поиграйте в Callisto Protocol на Unreal 4, там это все есть. В Days Gone большой открытый мир на мотоцикле кататься, тоже какие-никакие боссы есть. На Unreal 4 сделано тысячи классных игр. И что мы видим на Unreal 5? Игры, блять, уровня смуты. Или Remnant 2, который не работает на карточках типа 1060, там вот эти 10 FPS пусть сами в него играют. Ну, здесь, типа, как онлайн игра, может быть, они тут жалились и нам сделали оптимизацию, хотя оптимизация это все, ну, чистейшей воды какой-то развод. Если сделать текстуры низкого разрешения, небольшое количество каких-то анимаций, маленькие локации, тогда выбор этого мощного такого современного движка, он под сомнением, потому что зачем, ради чего это все делать, если картинка получается на выходе Unreal 4. Выбрать более мощный движок, чтобы загрузить в него достаточно слабые текстуры, возможности, там, количество всех этих каких-то сцен, физические движки, освещение расставить таким образом, чтобы оно лучше работало на старых компьютерах. Так нахрена тогда брать новый движок? Это был чистый развод. Ни одной игры на Unreal 5 я еще не видел. Все игры на Unreal 5 это полное дерьмо. Только Robocop хотя бы выглядел хоть как-то на ту графику и как-то соответствовал тем требованиям, которые разработчики написали. Карточки типа GTX 1650, так там тоже 4 гигабайта видеопамяти, они мало как вам помогут. Это очень мало для современных игр вообще. 6-8 гигабайт. Опять же, купить видеокарточку, блядь, за $300, чтобы играть в онлайн-игру. Ну, может быть, RX 6600 за $250 кое-как что-то здесь себя покажет. RTX 3080 покупать, блин, для того, чтобы поиграть во что-то там, или 4070. RTX 3050 это 6-гиговая, которая затычка аналог 1650. Ну там да, будет 6 гигабайт памяти, но она будет, ну может 50 кадров со своим DLSS здесь выдавать. Ну может 60. С DLSS. Соответственно, нахрена мне качать игру, которая, блин, требует, чтобы я еще включал ухудшение графики. И так низкие настройки. Я вот не понимаю вообще этого прикола. Если на Unreal 4 на слабеньких карточках можно хотя бы средние настройки поставить и включить FSR, она как-то друг друга уравновесит. Unreal 5 он должен быть, ну, года через два, наверное, вот так, чтобы реально у людей более-менее было такое свежее актуальное железо. Смотрите, если у человека ноутбук, человек года три прокупал ноутбук, ну, средненький, типа как игровой, мультимедийный. Если у него видеопамять 4 гигабайта, даже если там 30-50 или как-нибудь 20-50, если она 4 гигабайта, хрен уже в новинки поиграешь. Подготовка шейдеров. 65 градусов процессор. Что это за подготовка шейдеров такая? Что нам загрузит? Опять какой-то уровень такой, мутную какую-то пустыню мыльную. Поиграйте в Ведьмак 3, там движок у них свой проприетарный. Так там вы можете всю карту проскакать, подгрузки минимальные. Вот тут нам загрузило лобби, такой начался лагодром, даже на 16 гигабайтах оперативки, ну опять же такой средненький компьютер. Так оно вообще никак не работает. 20 FPS, что это за онлайн игра с каким-то кучами каких-то дебилоидов. Ну то же самое, что в Warframe, только требования в 3 раза выше. Будет в это кто-то играть, не будет, это, конечно, уже вопрос открытый. Ну а чем она лучше, чем Destiny? Это полный клон Destiny. Посмотрите, как этот город сделан. Летающие кораблики Destiny на такой конфигурации работает намного стабильней, на средней графике и без всяких FSR, там, Intel XS и так далее. Это просто подделка. На таком каком-то навороченном новом движке. На свои мнения вы, как всегда, можете написать в комментариях. Всем пока.